Владимирские спортсмены потрудились на славу. За прошедший год они не раз становились победителями всероссийских и международных соревнований. Абуазитман Сыгов в этом сезоне занял первое место на чемпионате России по греко-римской борьбе. И это после того, как на полгода выпал из спортивной жизни из-за травмы. Первые соревнования у меня были, так, чемпионат России в городе Подольск. Это было, по-моему, в августе месяце. После этого месяца, после чемпионата России поехал в Будапешт на чемпионат мира. Там, к сожалению, я за третье место проиграл. Этот прием – благодарность от главы города и администрации за то, что спортсмены прославляют наш регион и несут спорт в массы. Вот уже более 10 лет глава администрации города награждает лучших спортсменов и тренеров памятными призами. В этом году награды получили легкоатлеты, гимнасты, борцы, призеры соревнований по спортивному ориентированию и рукопашному бою. По традиции все спортсмены и глава города делают фотографию на память, а после этого личная фотосессия для доски почета. Золотые медали делаются не из золота, а из такой смеси, особенной смеси, в которую входит и ваше терпение, и решительность, и сила воли, и характер. И, конечно, что все это поливается, не знаю, огромным количеством вашего пота. Поэтому хочется сказать вам, ребята, огромное спасибо и девчата. Поэтому за вашу работу, за ваш профессионализм. Надеемся, что вы только улучшите. У нас впереди, у вас у каждого соревнования. Причем достаточно ответственности. Сейчас уже будут, наверное, разыгрываться путевки на Европу, на мир, да, на России, которые будут отборочные соревнования. Ну и мы постараемся их максимально посещать. Среди тех, кто уже начал готовиться к новому спортивному сезону, прославленный гимнаст Николай Куксенков. 2018 год для известного спортсмена прошел удачно. В командных соревнованиях Николай и его коллеги третий раз подряд выиграли чемпионат Европы. Но за славой гимнаст не охотится. Громкие чествования не для него. Эмоции, конечно же, я испытываю, когда я получаю медаль на соревнованиях, потому что это результат трудов, тех усилий, которые были вложены в завоевание медали. Поэтому для меня это, конечно же, особые эмоции. А вот чествование, там, награждение, как-то второстепенно к этому отношусь, потому что это не является для меня каким-то стимулом там, быть лучшим или там, быть награжденным или не награжденным. То есть я к этому отношусь очень спокойно. Торжественные приемы скоро сменятся соревнованиями. Уже завтра Абуазитман Сыгов отправится на чемпионат России. Других спортсменов также ждут всероссийские и мировые турниры. Екатерина Корнилова, Егор Хрыпко, 6 канал.